Проверять подлинность новых банкнот научили камчатских кассиров. Тематический семинар для сотрудников торговых организаций и предприятий сервиса прошел в Краевом управлении Центробанка. Специалисты рассказали собравшимся об особенностях купюр номиналом в 2200 рублей. Введение в оборот этих банкнот начали с Москвы, Крыма и Дальнего Востока. Поэтому камчатцы оказались одними из первопроходцев в обращении с новыми деньгами. Была уже в курсе, что выпустили новые банкноты, но все равно вызвали удивление, потому что видеть их на экране телевизора и увидеть воочию – две большие разницы. На прошедшем семинаре специалисты в мельчайших подробностях объяснили всем собравшимся, как можно отличить подделку от настоящей банкноты и на что обратить внимание в первую очередь. Теперь кассиры, прошедшие обучение, смогут с легкостью рассказать об этом своим коллегам и родным, чтобы люди перестали бояться новых денег. Мы рассказывали про защитные признаки новых банкнот, давали им потрогать эти деньги, рассматривали в приборах определение подлинности. И все для того, чтобы наши земляки не боялись брать новые банкноты. Добавим, что по данным камчатской полиции, в нашем регионе случаев подделок новых банкнот не регистрировалось. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.